Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, смотрите. Андрей Анатольевич работает распиской, наносится шерстка. Денис Олегович как раз творит большими стамесками, убирает лишнее. Можете подойти поближе? Наши ребята работают более 30 лет. Так, из подруг мастера выходит. Вот такие прекрасные творения. Это из целого куска дерева. Андрей Анатольевич работает на рисовал. Что будет фильм? Мы не будем. А Денис Олегович работает над дерево. Посмотрите, пожалуйста, охотник какой стоит. Это липа. Наши ребята работают в основном и в частности только, наверное, с липой. Конечно, можно делать из другого дерева. Но вот веска. Ну, отлично, по ходу вам расскажем в музее. Пойдемте, пожалуйста. Вот так все и происходит. Спасибо большое. Когда мастер взял поленницы, вы уже знакомы, он идет в мастерскую или в зарубочный цех, заранее зная, что он будет делать. Поленница расколол на 4 части, получился вот такой трехгранник или горбушка у нас называется. Мастер наносит эскиз, шаблон, трафарет. Затем в ход идет топор. Зарубил топором. Топорная работа. Вышло все, как из-под топора. Дальше в ход идут стамески. Большими стамесками убирается все лишнее, придавая форму изделию. Вы как раз видели, когда Денис Олегович большими стамесками притужа на что-то стал похож. Затем в ход идет наш Богородский нож. Почему он называется Богородский нож? У него большая ручка и маленькое лезвие, но лезвие настолько острое, прошелся как по маслу, убрал все шероховатости, гладенький, ровненький, маслянистый медвежонок получился. Это делается для того, чтобы в дальнейшем Андрей Анатольевич маленькими стамесками, маленькими стамесочками и расписками наносится шерстка, грива, ушки, глазки, носик, ротик, травка, цветочки, пенечки, коготочки. И буквально за 2,5-4 часа из-под рук мастера выходит вот такой медвежонок. Это мореный медведь или крашеный медведь.
Да. Приходит. Стегаясь, взяли шпалы, взяли рельсы и пошли. Первое свидание. Колесо обозрели. Появляются игрушечки на балансе. Баланс – это шарик, который делает из березы. Береза – дерево тяжелое, твердое. Мама зайчиха взяла коплюшки и стала плести кружева. Сплела кружева, пошла на базар. На базаре кружева решила продать. На базаре кружева купила мама медведица. Пришла домой, кашку поставила варить. Тазик взяла, кружева решила постирать. Кружева стираются, кашка варится. Кашка смирилась, кружева постирались. Кашка сварилась? Конечно, сварилась. Вот он, чугуночек, записывать не надо. Папа дровишки холит 2 недели. Мастер делал свою работу. Вообще немного. Вообще. Это все вырезать, собрать, а там переплетено одной ниточкой. Ну и 3 недели ехали и покушали, поели. Медведь, у него сегодня нет кузнеца. Я приглашаю вас в роли кузнеца.